рассада лилейника Баффис Долл, уникальный сорт, на котором появляются абрикосово-розовые цветки с ярким центром малинового оттенка. Сам по себе цветок не очень большой, до 11 см в диаметре. Цветение растений очень долгое, происходит в июле-августе. А при хорошей погоде осенью отмечается повторное появление цветов. Высота лилейника составляет около 60 см, а его цветы часто используются для срезки. С наступлением первых заморозков листья начинают желтеть и опадать. Сорт отлично развивается в климате на территории России. Баффис Долл украсит любой сад и прекрасно будет дополнять другие растения. Красиво смотрится цветок в качестве бордюров, при одиночной посадке или группами для дизайна газонов. Лилейник гибридный Баффис Долл это травянистый высотой от 60 до 65 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка абрикосово-розовый с ярким, розово-малиновым глазом вокруг желто-зеленого горла. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 8 см. Весной листва по цвету зеленая. Лилейник гибридный Баффис Долл создал Вильямсон. Годом создания растения считается 1969. Растение заслуженно завоевало следующие награды, АТК, 1974. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.